Нас наконец посетит леди Сьюзен. Леди Сьюзен, верно? Она сущая гадюка. У нее нет мужа. Поздравляю, господа, вам нанесла визит главная кокетка Англии. Простите, что без предупреждения. Какое чудо, с вас только картину писать. Нет денег. Миссис Кросс моя сопровождающая. Помогает с вещами. Но мы подруги, и уверена, вопрос оплаты был бы оскорбителен для нас обеих. Но у нее есть план. Мой деверь очень богат. Как говорится, беда открывает массу возможностей. Выдать замуж дочь. Сэр Джеймс Мартин. Очень богат и крайне простодушный. Какая прелесть. Зеленые шарики. Как они называются? Горох. Не будь моя дочь величайшей дурочкой на свете, она бы уже была помолвлена. Матушка, я вижу, что сэр Джеймс человек добрый. Но замуж выходят на всю жизнь. Но я бы не сказала. Найти богатого мужа. Представляю вам леди Сьюзан. Очень приятно познакомиться. Красив, не так ли? Есть в нем что-то от теленка. И воскресить былую любовь. Мэнверинг в городе. Вы видели моего мужа? Что за женщина? Она не в себе. Лишь дуреха будет рассчитывать на верность столь обворожительного мужчины. Ей есть к чему стремиться. Она всегда получает, что хочет. Неким невообразимым образом она видит мужчин насквозь. Меня гложет страх, что из-за леди Сьюзан Вернон не видать нам в жизни больше покоя. Рада стараться. Автор сценария Уит Стивен. Как возмутительно. Уморительно. Я очень рад, что сэр Джеймс посетил Черчилл. Черчилл, так вот как это произносится. А я-то все читал и думал. В честь чего это такое прекрасное поместье Чертиллы обозвали? Блестяще. Вы обещали прекратить всякое общение с этой женщиной. Вы совершили ошибку, выйдя за него. Слишком стар, чтобы вас слушаться, и слишком молод, чтобы сделать вас вдовой. Кейт Бекинсейл завораживает. Леди Сьюзен. Как смеете вы ко мне обращаться? Пойдите прочь, а не то велю выпороть. Вы возмутительно. Вы его не знаете? О, я прекрасно его знаю. Я бы не стала так говорить с незнакомцем. Любовь и дружба.